Привет, красотка! Я знаю, ты скоро станешь мамой. Сегодня я хочу тебе рассказать о том, как остаться счастливой в материнстве. У меня есть небольшие лайфхаки, поскольку я мама шестерых, и, на мой взгляд, получаю максимальное удовольствие от такого замечательного процесса, как быть мамой, но не потерять себя. Меня зовут Лариса Пикурова, я основала Ева-клиник много-много лет назад, но в тот момент моей маленькой девочке было всего год, и у меня это получилось, поэтому получится и у тебя. Первое мое правило, знаете, как в самолете, для того, чтобы быть в ресурсе и помочь максимально своему малышу, нужно сначала помочь себе. Помните, как там, одень маску на себя, а потом на того, кто рядом, на своего малыша. Поэтому очень важно, а после родов это очень сложно, уделить максимум времени и максимум внимания себе. Потому что если вы будете здоровы, если вы будете счастливы, если вы сможете отдохнуть, то все то же самое будет происходить с вашим малышом и со всеми вашими близкими. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Еще один маленький момент, который я хотела добавить. Никогда, никогда не отказывайтесь от какой-нибудь хотя бы маленькой помощи, кто бы вам ее ни предлагал. Близкие, родные, друзья, знакомые, всегда говорите «да». И самый любой самый момент, 10, 15, 20 минут, используйте для того, чтобы помочь самой себе, отдохнуть, поспать, погулять, встретиться с подругами. И ни в коем случае не укоряйте себя за это. Ваш малыш, ваш муж и вообще все это очень сильно оценят. Ну и давайте я, наверное, еще расскажу вам про свои круги. Я не знаю, может быть, это вовсе и не мое изобретение, но интуитивно у меня это получилось. Я всегда говорю о том, что лично я – это центр вселенной. И не потому, что я вот такая эгоистка, знаете, как бы там все центральное во мне. Нет, я просто говорю о том, что я есть у себя. И я – это моя работа, я – это мои хобби, я – это мои увлечения, и самое главное, я – это мое здоровье. И только потом по этим кругам идет, на секундочку, не малыш, а тот, кого вы любите больше всего, за кого вы вышли замуж, мужчина вашей мечты – это ваш номер один, потому что после вас вам с ним жить долго и счастливо. А в отношениях что? В отношениях должно быть очень хорошо, потому что хорошо жить вы умеете и сами. И только на третьем месте вот ваш этот долгожданный малыш. И ни в коем случае не подумайте, что вы таким образом обделите его вниманием. Но это правильные связи, потому что когда он будет видеть вас счастливую, когда он будет видеть счастливую вас и вашего папу, он сможет создать такую же классную и счастливую модель семьи. Он будет любоваться вами и всегда вспоминать в своей взрослой жизни, какая у него успешная, классная и счастливая ресурсная мама, какие классные правила у них во взаимоотношениях с папой, как важно было сохранять им время вместе. Он все это перенесет на свои будущие связи и точно построит такую же счастливую семью, какая есть сейчас у вас. Правильная мама, которая готовит борщ, гуляет по графику, делает все, развивает своего малыша. Там огромный список, вы найдете в интернете, там столько всего сейчас про это пишут. Знаете, что я вам хочу сказать? Правильная мама – это ту, которую воспитал ребенок. И на самом деле это совсем не то, про что вы говорите. Если вы вдруг не сварили этот борщ, и если вы вдруг не сделали что-то, что вы почему-то себе записали в список, а просто провели время с малышом, я не знаю, прогуляв в школу, просто гуляя с ним в парке бесконечно, пойдя в кино без повода, вот эти моменты, вот эти самые счастливые моменты, они запоминают больше всего. Поэтому создавайте такие счастливые моменты и будьте счастливы сами. А правила, пусть их кто-нибудь выполняет другой. Мы с нашей командой Ева-клиник постарались создать для вас такой путеводитель, такой курс для того, чтобы вы могли найти любые ответы на вопросы, связанные с вашим новым состоянием. Мы были счастливы служить вам нашей программой и быть максимально полезными. И мы очень хотим, чтобы вы получили удовольствие от своей беременности и пришли за второй, третий, четвертый. Я вообще желаю вам всем многодетности, потому что это здорово. С любовью от Ева-клиник.